Дорогие друзья, всем привет! Спасибо, что вы заглянули ко мне в гости. Сегодня у нас бутерброды. Они в моей семье уже лет 30. Натираем картошку. Любите лук? Добавьте лук. Я сегодня решила морковки для красоты. Добавляем яйцо, соль, перчик и все хорошо перемешиваем. Готово. А дальше все просто. Любая булочка, багет, батон. Обжариваем с одной стороны. Обжариваем с одной стороны до готовности. Это очень просто и очень вкусно. Самое главное, чтобы картофель поджарился, и какая-то красота. Еще немножко. Наши великолепные бутерброды готовы. Я думаю, они станут любимыми в вашей семье, так как мы их любим. Какие красивые. Очень мягенькие. Всем пока и до новых встреч. Великолепные бутерброды готовы. Не буду вас задерживать. Не забывайте подписаться на мой канал. А я продолжаю. Из двух картошек у вас получится целая тарелка бутербродов. Здорово? Здорово. Я думаю, что все гениальное просто. Еще нет. Вот это готово. Самое главное, не наносить толстым слоем, чтобы успела прожариться картошечка.